18 лет, питается 3 раза в неделю. Чем не жених? Нильский крокодил Борис – товарищ спокойный. А вот гремучих змей и кобр лучше не злить. Карликовые игрунки только и знают, что баловаться. Недаром они самые маленькие обезьянки в мире. Прокормить такой зоопарк не просто, признаются зоотехники. Всего на выставке 65 видов животных и птиц. Лемуры предпочитают земляных червей, а каймана Василину кормят мясом с ложечки. Девочка Василина ее зовут. Вот. Ну, чем она уникальна? В принципе, она имеет маленькие размеры свои, но очень добродушная к детям. И почему именно ее я достал? То есть это наши труды, приложенные в разведении крокодилов. То есть это вот девочка, одна единственная, которая родилась у нас на выставке. Экспозиция рассчитана на взаимное общение посетителей и животных. Любого хищника можно приручить, утверждают организаторы. Поэтому выпускают экзотических животных из вольеров. Кто кого перегонит, черепаха или варан? Владельцы выставки говорят, случаев побега еще не было. Можно с большой вероятностью открыть клетки, то есть уйти куда-то нам по своим делам. То есть животные не уходят от нас. Наоборот, многие животные, то есть приходят собачки, кошки, то есть приносят люди там, вот у нас подарки, улитки охотины, гигантские охотины. Содержать в домашних условиях таких животных специалисты не советуют. Лучше совершить путешествие в мир тропиков вместе с художественным музеем. Марина Колпакова, Кристина Волковинская, Денис Мазин, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион 45».